Добрый день! Я вас всех раз приветствую в городе Таразе, в древнем городе. Завтра для делегаций, которые приехали со всего Казахстана из стран СНГ, кто участвует в различных фильмах, в 10 часов будет специальная экскурсия по Таразу. Айша-Бебе, Каракат и другие. Посмотрим, насколько древний наш народ, насколько красиво у нас. По традиции в каждой области, где мы проводим пленум, обязательно покажем достопримечательности. Это второе. Первое, о чем хотел сказать. Всего сегодня, уважаемые коллеги, зарегистрировано 253 участников. Онлайн аудитория составила 117 человек. Каждый идет полное пополнение, каждую минуту больше и больше. Количество стран — 5 стран. Казахстан, Россия, Украина, Таджикистан, Кыргызстан. Пленум транслируется во все страны СНГ. Я прошу вас, когда буду задаваться, сейчас полностью онлайн включен, она транслируется во все страны СНГ через Москву. Поэтому, кто задавать будет вопросы, пожалуйста, берите микрофон, чтобы было слышно на онлайн-режиме, в котором будем участвовать. Программу вы прекрасно, уважаемые коллеги, знаете. Каждый из вас получил программу. Сегодня очень насыщенная программа. После того, как мы обсудим, закончится сегодняшний день плену резолюции, которую мы приняли. Завтра у нас будет открытие Центра мужского здоровья, уникального Центра мужского здоровья, своеобразного, который посмотрите. Я думаю, что, надеюсь, что вам понравится всем. Главные урологи отчет послали. Всем огромное спасибо. Очень хороший отчет. Особенно Кызылорда кайда вальчай. Казахша вот адем жазлаганик. Очень шикарно адемлеп. Но завтра я вас мучить не буду. Докладывать не будете. Я просто пройдусь по вашим докладам. Я ведь прекрасно, знаете, аналитический обзор каждый год проходит. Всех урологов полностью делаем аналитику. Каждый год обязательно. И поэтому я просто по вашим докладам пройдусь. Сибиряне, Сергей, тебя, Костанай. Так, Караганда, Гдайгуль, тебя это касается. Ни хрена ничего не сделали вы в свое время. Даже не приехали на пленум. Вот учитесь, как южане это делают. На высоком, шикарнейшем уровне. Главный уролог областей должна отчитываться на пленум урологов. Это закон, это жизнь. Поэтому никак нельзя. Постараюсь завтра поэтому закончить до 10 до утра, а потом мы поедем с вами смотреть город. Где-то сейчас мы завершим. Сейчас мы завершим. Сейчас кто-то поедет на машине, кто-то поедет дальше. Вот такой принцип планируется, план работы. Сегодня должен был участвовать Аким области, заместитель Акима, учитывая, что у них обсуждаются бюджетные деньги. Уважаемые коллеги, все телефоны, пожалуйста, отключите. Имеется уважение к себе и коллегам. Учитывая, что сейчас обсуждается вопрос бюджетных средств, поэтому они улетели, но участвует Орынбеков Бекболат, Аким города Тараза. Это немаловажно, фактор. Конечно, сейчас в этом Орбекова Салтанат Джамалбек Кызыл, начальник управления здравоохранения города Джамбульской области. Остальных коллег вы сами знаете, мы начнем плотно работать. Начинаются наши доклады. Слово хочется представить первым доком для поздравления. Ярослав Богдасович, пожалуйста, Ирик. Можете здесь, как хотите. Микрофон работает? Да.